Глаза слипаются. Давай, ну, а покушать еще? Все, две ложки хватит. А может, лучше поесть капусты? Отличный вариант. Зачем то картошка, когда есть капуста? Конечно, прямо сейчас тортом и займусь. Но как хорошая мать, она, конечно, выберет тортик. Ребята, всем привет и добро пожаловать на мой канал. А это моя мама. Всем привет. Сегодня мы будем играть в игру My Child Lebensborn. Мы еще никогда в эту игру не играли, и я, честно говоря, впервые о ней слышу. Перед началом видео ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и активируйте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Итак, ну давайте зайдем в эту игру. Нам нужно выбрать язык. Ищем русский. Нажимаем «Новая игра». Тут, кстати, можно играть по Дискорду. 1940 год. Европа охвачена Второй мировой войной. 45-я война закончилась, Норвегия освобождена, народ ликует. Что же дальше? После 5 лет оккупации можно искоренить все упоминания нацистов. 45-й год. 3 года спустя вы взяли в семью ребенка. О! Кто, я или ты? Я. Я мы мать. Взяли. Так, спасибо. О, мы можем выбрать, кого мы возьмем, девочку или мальчика. Я хочу девочку. Ребята, вы как считаете? Ну давай, выбирай. Удочерить Карин. Ну какая она милашка. Мне кажется, я буду плохой матерью. Об этом мы узнаем чуть позже. Я дома, ура! Привет, хорошо. Так, нужно выбирать вариант ответов. Привет, хорошо провели время с Лив. Привет, Карин. Давай второй ответим. Ага, было весело, мы с Лив лучшие друзья. Мы нашли чудный пенек в лесу. Думали, внутри спрятано сокровище, клад. Они хотели найти золото. А потом пошел дождь. Слушаем дальше рассказ. А потом? Потом оказалось, что в пеньке ничего нет. Вот это поворот. Но кто знает, вдруг тролли просто не успели спрятать там клад. Мы еще раз сходим к тому пеньку попозже. Так, ну, вариант ответа, да, выбираем. Что ты будешь выбирать? Ты же мать. Выбирай. Да я второй выберу. Ой, уже поздно. То есть не сказала я про то, что поздно, сказала она. Солнышко почти не видать. Только вот я хочу тебе кое-что показать, говорит нам Карин. Тоже интересно. Смотри, это подарок от Лив. Ничего себе там подарочек. Ого, я не видела, я смотрю. У меня и завтра день рождения. А я плохая мать, я не знаю. Даже не в курсе была. Ай-яй-яй. А ты типа? Ну, я... А она кто, бабушка такая? Нет, я сосед. Можно сегодня открыть? Я одним глазом. А, глаз. Да, конечно. Конечно, можно. Я кто, по-вашему? Конечно, хорошая мать. Правда. Ой, спасибочки. Ура. Мячик. Ну, посмотри, мячик какой. Хотя, скорее бы, завтра не терпится у него поиграть. Нам пришла почта, ребята. Где конверт? А куда надо нажать? Здесь. А, он на столе. Нам пришла почта. Сегодня, кстати, 17 августа. Надо запомнить, что у моей дочери 17 августа день рождения. Районный совет. Во дворе был замечен кот, поедающий цветы на клумбах. С этого дня требуем от хозяина не выпускать животное на улицу. Так, газетка. Нам газетку прислали. А что это такое? А, взрослые штучки. Сколько тишь, согласна. Бред какой-то. Ты же не пойдешь сейчас в кабинет? А в какой кабинет? Какой кабинет? Дочь, ты о чем? Не, я не пойду в кабинет, ну нафиг, это скукота какая-то. Так, ванна находится в ванной комнате. В ней можно помыть Карин или постирать ее одежду за 1 единицу времени. Так, нам надо разобраться еще с единицами времени. Смотрите, я пальцем могу водить, а она смотрит в ту сторону. О! О! Ой. Ну вот она в ванной. Мочалка. Как кусок сыра. Прикольная мочалка, кстати, да. Я мажу сыром. Значит, ты сейчас ее моешь? Ну, я не знаю, наверное. Ну, буль-буль пока еще. А кушать? О! Она да, я имею с куском сыра, конечно, поманила. Так, питание. Когда находится на кухне? За удивительно. За единицу времени Карин сможет есть столько, сколько захочет. Вау, это интересно, давай посмотрим. А здесь за стол. О, за маму. Ням. Прикольно. За... Добавку просит. За папу. Жует. Ой, что все синее стало? Так, ну, потемнело. Уже поздно, даже солнце. А, стоит. Это значит ночь наступила. Глаза слипаются. Давай, ну, а покушать еще? Все, 2 ложки хватит. Так. Еще? Еще? Пожалуйста. То есть ты прям закормила? До конца. Ася, она не хочет. Меня никто об этом не спрашивал. Да что она не ест? А, она не ест? О, бутер. Ну, она не ест. Давай спать уже, наверное, пора. Она же хотела. Тебе, ну не надо. Вот. Так я же должна быть хорошей матерью, что это? Все, ложись, спи. До свидания. Спи, давай. Ты что она болтает так много?
Она спрашивает, сколько ей подарков достанется. Ну, засыпая, тебя тоже ждут чудесные подарки. Я, правда, не знаю, какие подарки ее ждут. Ну, не знаю. Ждет ли ее вообще что-то. Так, все, короче, ложись. Пока. У нас получен кабинет. Получена почта. Нет, кабинет. Локация. Ой. Да что, как шарматная? Я не знаю, просто лупой, короче, по газете повалила. Вау. Смотрите, здесь альбом с фотографиями, и тут как вот ребенок, я не знаю, это Лив или нет, все-таки. Ну вот Лив, конечно. Ну да. Прикольные фотки на Рождество. А что еще делать? А можно мне тоже спать пойти? Я тоже хочу спать. То есть обо мне никто не думает, да? Тебя вообще в игре нет. Ты за игрой. По ту сторону игры. А что делать? Куда мне идти? Ребят, пишите в комментариях, играете вы в такую игру или нет. И что мне надо делать? И что ей надо делать? Мать совсем потерялась. О! Я что-то сделала! Ура! 18 августа! Поехали! Ох, бобрый утро! Вот это шуточка. Умывание. Мойте Карин, чтобы ее разбудить. Ну, поехали. Давай, пошли. Раковину. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Буль-буль-буль, как она говорила. Она еще ничего не говорит. Она даже ничего не говорит, ей еще пофиг. Смотрите, у нее улыбка хотя бы есть. Все? Просто. Я просто тряпкой по лицу помазила. Что за трэш? Ей 7 лет, ребята. Я выросла. Слушайте, ну, по-моему, разница на лицо. Да, тебя прямо не узнать. Лив должна была. Да что ж там за лифта такая? Покажите мне ее уже. Видимо, когда в школу пойдем. Ладно, сначала мы пойдем покушаем. Давай. Так. Ты вот вчера ложку каши не доела. Бам. Да-да. Ням-ням. Отлично. Бутик. О, она съела. Поехали. Оп! А что, она не ест бутер? Съела. О, все, больше не хочет. Наелась. Окей. Ну, кашу она всю съела. На почту пойдемте проверим. Днем рождения. Жаль, что не смогу отпраздновать вас с тобой. Что это за подруга такая? Ли. Ну, то есть она виртуальная подруга, мы поняли. Она воображаемая. Ну, воображаемая, да. Кстати, вчера я потрогала тролля. Ну, вот фантазии, да. Есть у нее. Прикол. Да, Лив правда видела тролля, мы поняли. Сейчас у тети Виттенхейма, наверное. Ну, понятно, в другой город она уехала. Давай поиграем в мячик, ну, пожалуйста. Слово именинница закон, давай попозже только не счет. Да давайте поиграем, чё? Я же хорошая мама. Он во весь экран мячик. А, ну то есть это ты кидаешь. Отлично, слушай. Да, ну если я играю. Прикольно. Ребят, пальцы устали играть. А теперь чем займемся? В общем, она предлагает... Спрашивает про торт. Нам предлагает дочь наша. Я люблю сладкое. А может, лучше поесть капусты? Отличный вариант. Зачем картошка, когда есть капуста? Конечно, прямо сейчас тортом и займусь. Да, но как хорошая мать, она, конечно, выберет тортик. Вообще должна была без напоминания испечь, приготовить. Что это вообще, да? Давай, выбирай. Ты меня обвиняешь, что я плохая мать? Ну, варианты тут, конечно... Если можно... Блин, можно выбирать реально самые ужасные варианты. Ну, сделай капусту, если вы ужасный вариант. Попробуй. Если будешь хорошо себя вести, испечем его вместе. Отличный вариант, кстати, да. Пойду сделаю вкусненький тортик. Нажмите на окно, чтобы выйти на улицу. Погнали в магазин, реально. Класс. Так, вот нам сюда. Так. Нам, я полагаю, мука нужна и каша. В магазине, еще одна каша. Больше нам еще его взять, да. Классный так, магазин. Так, это что... Коричневое здание, это школа? Школа. Ну, мы вернемся там. А, в школу сегодня не надо, мы поняли. Она сама хочет торт сделать, да? Она гениальная. Так я или она? Ну, ладно. А зачем я опять? Ну, мы уже были здесь, мы уже все скупили, хватит. Меня не было? Прости, она так испачкалась. 10 секунд! Слушай, она сильно испачкалась. Прям вообще конкретно. Она в порядке вообще? Окей, переодеваем. О, какое красивое платье, это мне нравится больше. Ну, кстати, чистенькая. В следующий раз будь аккуратнее, серьезно, что это вообще такое? Давай, хорошо, поехали дальше. А. Так что значит тоже такая. Я готовлю или ты? Ну пошли готовить. Ну что уже, в конце концов. Так, ингредиенты все на месте. Мне прям не терпится. Поехали. Так, мука. Опа. Тесто. Как бук-бук-бук. Я просто. Слушай, это было проще, чем. Скорость такая. Да, отлично здорово. Просто. Это не просто здорово, это просто супер здорово. Теперь можно праздновать. Кстати, а что? А священных нет. Ничего нет? Украшений для тортика? Ну ладно. Давайте все.
А все. Каши было больше, чем торта. Но она быстро ест, да. Она скоростная очень. Ой, да, я сам... Это я приготовила ей подарок. Да, очень интересно, что там три... карандашик. Какая прелесть. Ну, давай, выбирай ответ. За следующей недели Карин пойдет в школу. Это важная информация. Так, ну мы выберем, совсем скоро они тебе пригодятся, со следующей недели ты пойдешь в школу. Какая ты хорошая мать. Заботливая. Еще бы, забыли о школе. Она кое-что придумала, у нее постоянно какие-то идеи в голове, она может просто лечь и полежать, типа, как овощ. О, это мне надо рисовать? Ух прикол. Норм, я порисовала. Это сделала я. Прикольно. Рисует. Мне да. Чудесный день, карандаши чудесные. А можно я еще поиграю? А может, ты пойдешь спать? Ой. Ну, об этом все мечтают. Так. Чтобы оно не заканчивало день рождения. Нужно определиться, ты плохая мать или хорошая? Что ты ответишь? Да, я тоже не могу определиться. Давай тогда что-то между этим. О, боги. Либо то, либо посередине что-то. Даже не знаю, мне кажется, кому-то уже пора в кроватку. Ну, такая строгая. Я? Вот. Она не хочет спать. Так, все, давай. Домой. Я не хочу с ней базарить еще больше. Давай, доброй ночи, пока. Ага, спокойной ночи. Мне кажется, я плохая мать. Ну, может быть, ты просто устала. Очень многословная. Почитаешь мне перед сном? Так, давай. Конечно, с радостью, либо нет. Либо уже поздно. Давай почитаем. Давайте почитаем. Я тоже послушаю, кстати. Чтобы почитать сказку, нажмите на книгу. Какая сказка! Прикольная. Я тоже так хочу. Класс. Она прям со сновидениями какая-то. Уже прошли сутки. А где моя дочь? Как мне попасть в комнату к ее кровати? Куда делась кровать? Стоп, уже прошли сутки или двое суток? Нет, еще подожди, вот сейчас я нажму. Вот. Все, у нас пошли... Суббота. Воскресенье. 19 августа. Да, с добрым утром. Так, это что, это третий день уже с ней? Ёлки-палки, я уже замучилась. Ой, мне же во вторник в школу. О, как? А, во вторник? Во вторник, а сегодня воскресенье. Ой. Как ты волнуешься? У нее точка в конце, мне кажется, это плохо. Она просто дни считает. Я же говорю, что она не волнуется, она хочет наоборот. Но почему-то странно, они во вторник идут. А что меня на улице... Я на улицу вышла. Так, пойдемте помоем нашу дочь. Ее даже не пришло сегодня тряпкой мокрой по голове. Так это умываться она была, а сейчас ты моешь в ванной ее. Нет, ну в прошлое утро мне сказали, чтобы ее разбудить, вот так сделать. Поехали, покушаем. Жесть, она голодная, это сколько на нее еды, я... Да почему голодная? Чавкает! Может, попробуем еще? Что-то еще, но она хочет еще кушать что-то. Ну, то есть ей меню разнообразить? Ей меню надо разнообразить. Я хотела сказать... А то, что я вчера бутер давала и торт, ее не смущает? За завтрак одна и та же каша, согласитесь, это нужно доедает. Давай что-то другое, ну, я не знаю, другую кашу, например. Чтобы сытно кушать, сначала нужно найти работу. Я как раз в поиске. Ты еще и безработная? Я еще и безработная, офигеть, о чем я вообще думала? Не волнуйся, я получу чудесную работу, и мы с тобой накупим кучу вкуснятины. Мы выберем мне тоже, скоро я подыщу работу, тогда и еда будет поразнообразнее. Нет, давайте выберем второй вариант. Отлично. Понятно. Надеюсь, тебе попадется что-то интересное. Не знаю. Сомневаюсь. Так. На, кашу. Жует. Домой. Жует. Чавкой. Все. До свидания. Спасибо, было вкусно. Смотри, она всю кашу съела? Всю съела. Что я там бутер давать? А почему бутер не пропадает? Как будто его не едят. Пропадает. А, пропадает? Я не ела. Еду ведь не обязательно покупать. Вот. Вот это подсказка. Тем более в воскресенье все магазины закрыты. Да, кстати. Лес и озеро. А, мы сейчас ягоду типа пойдем собирать или рыбу ловить. Что ей от меня нужно? Что? Пошлите, знаю. А куда нам надо идти вообще? Так, задание есть какое-то, нет? Нам вообще показывает идти на улицу. О, вот, тут надо... У нас ты? Новая местность. Да, точно. Локация новая, да? О, смотри, сколько... Грибы! Поехали! Я люблю грибы. Ненавижу грибы. Я это есть грибочки. Не буду. Грибочки. Ну ты, она-то будет есть. Правда ведь? Собрали еду, пошли домой. Она уже голодная, я только что ей давала еду. Она заколебала. То есть, если она... Она грязная еще почему-то. Ты бесконечно мыть хочешь. Но она пока не испачкалась, вчера была грязная, сегодня... Я считаю, кстати, мне непонятно, что мне делать с ее одеждой, которая вот тут лежит. О! О, она уже чистая. О,
Слушайте, вот это поворот. Вот это поворот, я тоже так хочу, да? Положил грязную одежду, на следующее утро она чистая. Так, что у нас здесь? Все, спать, специально? Домой. Почему так быстро-то? Ну, видишь, ночь. Все, давай. Давай. Ночь наступила, да. Давай, спать! Она, подожди, еще не изъявила желание. Она ходит по квартире. Тарин, грибы были там. А где? Она съела? Так ты же их не готовила, эти грибы. Как она их могла съесть? А, ну тут же все моментально. А, вот, да. Ух ты. Давайте приготовим. А что? Короче. Слушай, у тебя уже мало осталось, 110. Смотрим работу, ищем работу. Так, Шерлок Холмс, действие. Требуются работники на старую фабрику, предлагаем стабильную работу с понедельника по субботу. Нажмите, чтобы написать. Так, меня заинтересовало ваше объявление. О, найме работников. О найме работников на фабрику. Я очень трудолюбивый человек, который будет рад стабильной работе. Прошу рассмотреть мою кандидатуру. Все верно, это про меня. Что ж такое? Вот она хочет в кроватку. Вот не надо тут мне говорить. Я ничего не говорю. Ага. Погнали. Все, спать! Слушай, я тут рисовала, кое-что придумала. Я тоже могу зарабатывать деньги, буду продавать свои рисунки. Кстати, это тема. Так, что, снова выбрать нужно вариант ответа. Отличная идея, будем работать вместе как команда. Не знаю. Мы не будем работать вместе как команда. Надо ей сказать, что тебе не стоит переживать, обеспечивать нас мои обязанности. Да? Да, ну, ладно. Опять она сказку, да ты заколебала. Просто ей надо, чтобы замок пролетел. Ну давай, уже слишком поздно, Карин. Тебе давно... Она вообще отказывается. Знаете что, я с этим сходила с грибами. Я не делала. Так а вариантов-то нет, давай почитаю. А! Как бы да. Как бы все отрицательно. Тебе давно пора спаться, домой. Тогда спокойной ночи. Она, кстати, очень послушная девочка. Да. Так заснула быстро. Хороший сон у нее, да, быстро моментально отключается. Ребят, вы как засыпаете, быстро или медленно? Так, ну что, а нам можно, в общем-то, просто нажать на ее светильник, у нас начнется следующий день. Так. 20 августа, память. А почему она пойдет 21 августа в школу? Так я же поэтому и сказала, что она во вторник идет, она как бы через 2 дня. Итак, надеюсь, день будет хороший. Конечно, по-другому не бывает. Во, наконец-то приехала подружка, приезжает. Так она реальная? Да. Письмо, приглашение на работу, ура! Будем рады предложить вам работу на нашей фабрике, можете приступать 21 августа, то есть завтра. То есть тогда что она в школу? Самое удобное время, да, они вместе пойдут. А что там написано? Ответь. Вот. Как это ничего? Вот и вот что написано там. Хорошие новости, не дали работу на фабрику. Ребенок голодный, я вот вижу. Здорово, а когда мне дали? Да, она заколебала базарить, она сильно голодная. Вот почему она, типа... Ну подожди, она хочет выяснить, может она пойти или нет. Она не может пойти, ответьте ей правильно. Работа — это обязанность взрослых. Твоя главная забота сейчас от души веселиться. А ты все время выбираешь чаще второй вариант, середину. Вот как, что ж, веселиться я очень люблю, ну конечно. Да, мы заметили, у тебя мяч есть. Все, кушайте. Бам! Опа! Жует! Вкусный бутерброд. Так, я полагаю, нам надо приготовить грибы. О, готовятся грибочки. Ух ты! Прикольно как. Помнишь, я просила тебя заштопать мою старую одежду. Ты, кстати, сделала это? Тебя просили заштопать. Меня даже об этом не просили! Нет, не помню. Значит, ты не помнишь. Вещи хорошие, я их люблю, только вот дырки не нравятся. Их надо убрать. А пожалуйста. Одежда в дырках, какая пожалуйста? Ну, у нее что, рваные коленки должны быть теперь? Мне кажется, сейчас... Мы с Лив лучше... Уже к Лив перешла резко. Выйду-ка с ней поиграть. Она уже приехала. Так, в свободное время вы можете создавать и чинить предметы, нажав на кухонный стол. Понял. Так, значит, вот сюда вот. И вот ножнички. А, мне просто надо потыкать, все в порядке. Вот заплаточку сделали очень хорошо, качественно. Потому что я крутая. Я крутая мальчик. Слушай, а почему у нее какие-то разнообразные такие дырки? Да, странно сделала. Вот тут как будто ее, блин, нет, мишка гризли. Ну, как будто лазит через забор. А, у нее два одинаковых платья. Вот. То есть... Ну, очень много, конечно, этой одежды, которую она... Все в порядке, нитки летят в разные стороны. Все готово. О, так быстро. Я даже... И она уже устала. Не успела. Ну реально она устала, надо дальше что-то с ней делать. Ой, давай сначала помоемся, давай. Завтра утром она будет школьницей, у меня тут рисунок какой-то лежит. Получается, она первый день пойдет в школу, да? Кого это ходить в школу? Тогда она заколебала базарить. Но она не знает, как ходить, нужно ответить ей грамотно, чтобы не переживал ребенок. Так, ну что, похоже, ты волнуешься, тебе вообще... Да, сама будь матерью. Тебе там обязательно понравится, главное, веди себя хорошо. Ты только не волнуйся, все у тебя получится. Давай третий ответим. Ты все правильно говоришь, я буду стараться, обещаю.
Почитаешь мне сказку на ночь? Давай, давай. Так, нет варианта, давай. Нет. Ну, давай, выбирай. Нет, может, завтра получится. Ну вот, надо спокойно. Господи, я ребенка просто газлэч. Ребят, ну и на этом мы уже остановимся. У нас остается очень интересный, конечно, час, когда у нас дочь пойдет в школу. Пишите, хотите ли вы вторую часть, чтобы мы продолжили и узнали, что же будет дальше с нашей Кариной. И как если вы... хотите, ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, пишите в комментариях, а мы будем готовить следующее видео для вас. Спасибо вам большое за просмотр, очень сильно вас любим, целуем, обожаем, обнимаем и всем пока-пока!